Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор баночки Thermos Ice. Косметические средства нередко многие убирают по упаковке и отчасти оказываются правы. Ведь хороший крем в неприглядной банке почти нереальная вещь. Особенно важна правильная тара для натуральной косметики, ведь ее компоненты портятся быстрее синтетических. Специально для чувствительных внешним воздействием косметических средств, ингредиентов, китайская компания выпустила баночку Thermos Ice. Она изготовлена из пищевого высококачественного пластика и состоит из матового полупрозрачного пластикового корпуса с золотым ободком снаружи, зеленой колбой из пластика внутри, также есть защитная мембрана и плотно закручивающаяся крышка. Свойства Ice баночки таково. Надежная крышка с закруткой, удобной мембраной. Конструкция термос продлевает срок хранения содержимого. Устойчивость к перепадам температуры. Универсальное применение в косметике. Содержимого от внешних факторов у лучей. Простой уход. Мытье водой с мылом. В посудомоечной машине. В косметологии термос банка Ice незаменимый спутник качественной косметики. Ее способность дольше обычного сохранять даже натуральные компоненты может применяться для фасовки кремов для рук, бальзамов для тела, волос, масок. Вот так выглядит данная баночка. Крышечка закрывается, закручивается плотно. Защитная мембрана. Вот такая баночка внутри. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!